Но иногда хочется сделать что-то необычное. И тогда мы еще сверху наш пирожок с вишнями посыпаем, каждый пирожочек с сахаром. А также корицей. Не жалеем корицу. Насыпаем ее достаточно много. И получится изумительный вкус и аромат. Вот так выглядят наши пирожочки. Теперь их можно поставить, чтобы они подошли, и выпекать. Приятного аппетита!